Национальные праздники в муниципальных образованиях Сургутского района будут поддерживаться рублем. Причем в следующем году финансирование мероприятий, направленных на укрепление дружбы народов, увеличат больше, чем в 1,5 раза. Об этом активистам национально-культурных автономий сообщил глава Сургутского района, встретившись за ними за круглым столом в Федоровском. На проведение праздников каждое поселение получит в среднем по 600-700 тысяч. Чтобы их освоить, нужно правильно и вовремя подать соответствующие документы, напомнил Андрей Трубецкой. Если в текущем году эта сумма из бюджета района 2 миллиона рублей, на следующий год 3,5, практически на 80% увеличивается. Поэтому, к сожалению, со стороны организации, которые действуют на территории городского поселения Федоровский, активности пока не наблюдается. Надеемся, что это временно. Главное, надо как-то поработать в этом направлении. Активизироваться? Да. Пожалуйста, мы готовы поддерживать. Не просто там морально, да, а рублем. Это то, чего всегда не хватает.